и 11 уже 10 сотрудники Мариупольского городского управления в ходе мониторинга интернет-сайта 0629 были выявлена размещена информация о том, что заместитель председателя ЦИК Усенко Черня заставляла члена ЦИК голосовать за роспуск Мариупольской территориальной избирательной комиссии. Данная информация была распространена 11.10 в бизнес-центре «Шоколад» в городе Мариуполь, где проходила конференция политических сил «Наш край», «Укроп», «Батьковщина» и представитель общественной организации. Данный факт зарегистрирован. В настоящее время проводится по нему проверка. Но те люди, которые делали эти заявления публично, в настоящее время дача пояснения отказа. Сегодня у нас был вызван и опрошен Гаврилов, общественный деятель города Мариуполя, который не смог пояснить, откуда у него такая информация. Гражданка Голубова вообще отказалась от дачи каких-нибудь пояснений. Вот такая ситуация с такими громкими заявлениями, которые данные люди делали на протяжении всех этих дней.